фильм, который мы посмотрели перед началом нашего круглого стола, рефреном его можно назвать «Людям некуда идти». Действующие сегодня в стране 500 реабилитационных центров не решают проблемы. 21 ноября, совсем недавно, 18 организациями была учреждена Национальная ассоциация реабилитационных центров. И Юрию Васильевичу Крупнову доверено было стать ее президентом. Вопрос к вам, Юрий Васильевич. В чем вы видите цели и задачи этой организации? В какой степени вы рассчитываете на государственную поддержку? Что будете делать самостоятельно? Ну, наверное, я бы не очень, может быть, останавливался на организации, поскольку это новая, молодая организация, хотя заявок очень много. Но я вообще хотел бы перестроить свое выступление, поскольку выступление Виктора Петровича и Ирины Анатольевны, честно говоря, фиксирует один очень важный момент, фундаментальный сдвиг. Вообще государство не просто начало уделять внимание реабилитационным центрам, а по сути государство начинает брать эту сферу под свое внимание, заботу, законодательное обеспечение. То есть мы все, в том числе и реабилитационные центры, прежде всего, начинают попадать в принципиально новую ситуацию. Если бы я выступал еще полгода назад, я бы стал говорить о том, что государство очень слабо уделяет внимание. А сейчас, мне кажется, надо говорить про другое. И как раз с точки зрения, что многим зависимым, к сожалению, и их семьям, которые также страдают, некуда идти, надо говорить о том, что вот представим, что будет, скажем, через год. По уверенным заявлениям и Ирины Анатольевны мы видим, что законодательное поле, ну, через год, через полтора года, оно базово будет создано. И дальше возникнет ситуация. Госпрограмма комплексной реабилитации будет существовать. Институт альтернативной ответственности будет введен, соответственно, пойдет реально поток тех людей, которых будут направлять на освобождение от, соответственно, наркозависимости. И с одной стороны возникнет гигантский заказ на социальную реабилитацию, а с другой стороны непонятно, как этот заказ можно будет вообще обеспечивать. Вот, на мой взгляд, в этом ключевой момент. И здесь как раз проблема регионального уровня, она ключевая, потому что федеральный центр создаст все законодательные и организационно-административные условия, а дальше вопрос возникает, как на уровне регионов создавать региональные системы реабилитации, чтобы было куда пойти. И вот это вот ключевой вопрос. Здесь, конечно, сразу хотел бы сказать, мне кажется, обязательно в превентивном порядке каждому субъекту Российской Федерации уже сегодня надо начинать просто поддерживать наиболее эффективные реабилитационные центры и через грантовую поддержку, и через вот тот уникальный опыт, который уже есть в ряде регионов, на создание и стандартов на социальную реабилитацию, и, соответственно, даже на введение сертификата на реабилитацию, то есть того документа, за которым потом могут целевым образом идти деньги на в помощь негосударственным реабилитационным центрам на то, чтобы по полноценным программам это освобождение от наркозависимости проходило в полном объеме. И здесь вот вопрос о региональных системах реабилитации, мне кажется, он сегодня еще и становится крайне острым, потому что наш анализ показывает, что в ряде субъектов федерации, в том числе в связи со своими проблемами где-то с бюджетами, начинается буквально отказ от региональных антинаркотических программ. И здесь вопрос не в том, что сама по себе региональная антинаркотическая программа, она решает эти вопросы, но то, что блок с реабилитацией, безусловно, имеет смысл сегодня расширять и вообще начинать вводить вот эти стандарты на социальную реабилитацию, вводить и формировать целевые бюджеты на социальную реабилитацию. Представляет, что если превентивно, заранее, такие целевые бюджеты не будут созданы, то мы в регионах попадем в ситуацию, когда поток пойдет тех, кого направляют на освобождение от наркозависимости, а организационно-финансовых условий, самых даже минимальных для того, чтобы с этим потоком можно было справиться, их не будет. Второй момент. Я хотел бы обозначить все-таки базовые проблемы с точки зрения, вот, где мы находимся и что мы понимаем. Но мы уверены, исходя вот из тех заявлений, которые сегодня были сделаны и делаются в последнее время со стороны государства, мы уверены, конечно, что термин «социальная реабилитация» войдет в правовое поле, станет важным элементом законодательных норм, и никто не будет уже спрашивать, что это такое, какими законами это регулируется. То есть это вещь, которая должна возникнуть. Но
Очень важно, что сегодня, особенно в регионах, медицинская часть все равно превалирует абсолютно. И вместо того, чтобы занимать свои достойные 5-10%, очень важно, медицинская часть все равно занимает до 70-80-90% с точки зрения практической социальной реабилитации, с точки зрения практического лечения. Но явно, что наркомания – это не только болезнь, это очень серьезный социальный феномен, который требует всей системы мер и привлечения, прежде всего, системы социальной защиты. То есть это ключевой пункт. Второй момент. Это, конечно, очень сильный упор на профилактику в ущерб реабилитации. С одной стороны, кажется, формально-логически очень красиво звучит. Нам не нужно заниматься теми, кто уже попал в сети наркомании, нам нужно предотвращать саму возможность их попадания в сети наркомании. Ну, звучит очень красиво. Но на самом деле за этим стоит то, что профилактика вырождает систему ничем не обеспеченных, недостоверных мероприятий, эффективность которых непонятна. А вот реально те самые уже наркозависимые, которые не идут на реабилитацию, они становятся центрами воспроизводства наркомании в регионах, поскольку они являются основными сбытчиками наркотиков в дистрибутивных сетях на местном уровне. Отсюда вопрос, все-таки, на мой взгляд, профилактики, надо серьезно говорить о базовой профилактике, а это, безусловно, образование, здравоохранение, спорт. И это не профилактика наркомании в узком смысле, не разговоры и не болтовня о наркомании, а это должно быть серьезная позиция государства для того, чтобы и через дополнительное базовое образование, через спорт, здоровье, вообще, чтобы не было времени заниматься тем, что асоциально или антисоциально. Но важно не подменять псевдо вот этой профилактикой, не подменять реабилитацию. И в заключение хотел бы сказать, что мне кажется, сегодня вот как раз региональный уровень становится действительно ключевым. На региональном уровне, как уже в наиболее интересных передовых регионах, с моей точки зрения, происходит консолидация и создание, по сути, общественно-государственных коалиций, и мы с удовольствием готовы участвовать в таких коалициях. Я бы на региональном уровне большое внимание обратил, безусловно, на муниципалитеты и взял бы в качестве лозунга, украл бы, так бы сказал, у муниципалитета Упсала в Швеции, где известный, очень знаменитый университет Упсала, взял бы базовый лозунг «Трудно достать наркотик, легко освободиться от зависимости». Вот то конечное состояние, которое должно быть организовано на низовом уровне. И здесь два приоритета. Первый – это подростки. Потому что то, что уже с наркозависимым со стажем делать, это отдельная большая проблема, но на самом деле гигантский процент подростков при раннем выявлении мы можем вытаскивать из этой беды, и это будет настоящая серьезная профилактика. Здесь очень важно при этом все-таки, на мой взгляд, не увлекаться тестированием, потому что на самом деле в ситуации участковых МВД, участковых социальных защит, комиссии по делам несовершеннолетних, других органов, семьи, не замечать то, что с подростком происходит что-то ненормально, на мой взгляд, это ненормально. А не то, что какое-то абстрактное тестирование с какими-то абстрактными химикатами выявит скрывающегося подростка. Мне кажется, мы этим тестированием пытаемся прикрывать момент просто элементарной безнадзорности. И в целом раннее выявление – тоже важный момент. Ну и наша Национальная ассоциация реабилитационных центров готова помогать регионам создавать такие региональные системы реабилитации. Ну, естественно, тем регионам, которые готовы пойти на некоторый, возможно, где-то риск впереди и, возможно, в том числе попасть в трудную ситуацию нового, неожиданного, непонятного. Вот те регионы, которые готовы работать как пилотные площадки, мы готовы помогать и, соответственно, приглашаем к сотрудничеству. Спасибо. Юрий Васильевич, огромное спасибо вам.